DCK, RGB. С таким ключом, ну, в принципе, разницы нету никакой. Я зарядил сразу два инструмента, чтобы время сэкономить. Фольга 0.3. Начинаем с нее. Если 0.3 не идет, тогда ставим 0.4. Рукоятка. Стараемся аккуратно вставить, чтобы не замять фольгу. У меня уже фольга начинает чуть-чуть мяться. Так. И потихоньку расшатываем. Постепенно можно увеличивать силу. Ну, постепенно. Немножко такими рывками получается. Немножко похрустывает. Есть, скажем так, некоторые несостыковки, но за счет просто силовых движений мы их проходим. Так, ну и попробуем следующий. Чуть-чуть застрял инструмент. Теперь с этим ключом. Он уже такой старенький, видно по нему, он уже работал. Аккуратно вставляем. Как вы видите, я заклеил ролик, я полностью сверху заклеил. Это не имеет значения. Сюда зашел очень легко. Пять секунд. И абсолютно не пришлось применять никакой силы. Все-таки оказывается, что фольга 0.3 немножко лучше подходит на эти цилиндры. Это был DCK. Цена на инструмент будет на сайте, телефоны, ссылки, все будет на видео. Пока.